Телеканал «Россия Культура» представляет. А что, собственно, происходит? Противоречие. Киношный сюжет оказался провидческим, но его смысл станет понятен позже. Великая эпоха. Завещаю вам только дочку. Больше нечего завещать. Великое кино. Рыдали все. Мужчины, женщины, члены жюри. Великие актеры. Время и молодой Табаков идеально совпали друг с другом. 60-е и их герои. Жила с сумасшедшим поэтом, отпитым давно и отпетым. Такие разные. Он и есть герой оттепели. Простой внешне, замысловатый внутри. Актер и герой совпали абсолютно. И такие прекрасные. Законодательница мод, владычица сердец, богиня. Ее требовательность к себе была сокрушительной. Документальный проект «Оттепель. В добрый час». Послевоенное поколение в каждом слове и жесте искало правду и подлинность. Нужно рождаться заново, об этом все говорят. ЮНЕСКО, Камиль, Бекет, Сартр и даже Охлопков. По будням с 26 сентября на нашем канале.